Всем привет, с вами и у нас турнир Царь Горы. 1-1 на 1 на 1 играем, фа. Договариваемся рандом. Фух, все, Гогл, ЭХФ пишем. Сейчас проиграем, мы сейчас все проиграем, блин. Ладно, вперед. Вперед, вперед. Нам токс попадается. Не знаю, кто выпал у наших друзей, оппонентов. Одна территория свободная. Вот это можно точно сказать. Я думаю, стоит как раз таки рискнуть на эти суплай и... И двинуться. Сначала суплайку. Затем барак. Отдай барак, если ты хочешь. Барак строй и иди жри. Да сможет строиться. Так, ну мы уже тут добежали. Пока все тихо так. А, я больше не бегал, ладно. Куда потащил, идиот? Ладно, собирай, как сможешь. По-моему, вот оно, пустое место. Этот молоток тяжелый. Я просто крестьянин. Я буду работать. На всякий случай этого закажем. Ах ты, это кто токс еще у нас? Постараюсь поторопиться. Так только не бейте. Да-да-да, давай этого рабика. Нет, не хочет этого рабика бить. Что вы хотите от меня? Так, это нам опасно. Ах, он как сделал-то? Посмотрите, а. Быстрый порядок установится. Это у нас Зарс. Тоннели нас защитят. Я просто крестьянин. Разве нельзя жить в мире? Этот молоток тяжелый. Вот жопа какая. Да, мы уже готовы. Нет цены, которую мы не заплатим. Да, я знаю. Я иду. Мы теряем суп. Блин. Зарс. Гад такой, а? Ну чё ж, мы к нему. Было много работы. А чё мы ещё по... А, да, Нурочка, точно. Где этот супер теч? Найди мне точку опоры. Ух ты! Что вы хотите от меня? Лучший инструмент вообще нет. Держи. Найди мне точку опоры. Мы ничего не боимся. Держи. Найди мне точку опоры. Быстрее. Ау. Подразделение потеряно. Иди спастись от токсинов. Ну пшикни ты на него. Только не бейте. Берем, что хотим. Я подчиняюсь. Наш клан силен. Сделаем их работу. Их можно пустить на вторг сырье. Пройдем насквозь. Пройдем. Это крепость на вершину. Что вы хотите от меня? Я чувствую близкую опасность. Я просто крестьянин. Тяжелая работа. Ага, что где? А, Зар закрабил. Закрабил Зарзи. Ай, молодца. Нас не задержать. Да, я иду. Ничто нас не остановит. И в домик. Работа храняем подземку. Чего? Все еще ездит? Строительство здания завершено. Подразделение потеряно. Все еще ездит? Так, это ладно. Наша земля должна устоять. Постараюсь поторопиться. Только не бейте. Чего? Что в этом? А, вот у нас кто. Я буду работать. Я буду работать. Ну бейте. Конец. Оу, 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 оу. Подразделение потеряно. Оу, черт. А у нас проблема. Так, а мы будем танк Скорпиона делать, я так думаю. Блин, и там меня разносят. Я буду работать. Все, накопали мы денег. Да, накопали.
Где, черт возьми, музыка? Вот так-то атмосфернее лучше. Ракеты Скорпиона улучшены. Давай двоих, потом квада и... И можно завод второй пульнуть же, ёлы-палы, точно. Что нам не хватало? Нам второй завод не хватало. Я есть хочу. А смысл? А наверх пойдем. Заходи, друг. Фига себе. Наша воля сильна. Нет, выходи. Танк Скорпион. У нас тут вообще акасса. Мега наглые рабики. Наша воля сильна. Вот она готова. Что вы хотите? Только не бейте. Если это тоже хочет. Пошел отсюда. Раб, ты здесь не нужен. Я просто крестьянин. Настоящий танк Хилей. Здание завершено. А? Я подчиняюсь. Вы меняете мнение. А ладно, ладно. Я буду работать. Уже на ногах. Я чувствую близкую опасность. Храбрость. Успыть. Я есть хочу. Готов, гад. Настоящий танк Хилей. В центре можно добывать спокойно. Нет? Или можно? Нет, можно все. Работать изо всех сил. Значит, один стелс, другой тоже токс. Вот такой у нас расклад, значит. Что вы хотите от меня? Недостаточно места для здания. Делаю как смогу, как вы и просите. Дети, суплай построен. Строительство здания завершено. Было много. Неужто где-то здесь? А, во, вижу, 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 понял. Ракетку просто пуляем, все, уходим, уходим, уходим. Все. Или хочет? Нет, хочет нас преследовать, смотрите. Смотрите, какое. Ладно, 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 ладно. Сейчас, сейчас стрельнем. Вот она, ракетка. Ладно, ладно. Ладно, ладно. Давай, забирай. Только не бей. У меня руки не трогают. Как вот там. Страшно. Тогда ресурс собирать. Уходим. Уходим. Трехлучковый. Есть. Что вы хотите? Танк Скорпион. Только не бейте. Я буду работать. Что вы хотите от меня? Воу-воу-воу, меня тут атакуют. Ёлки-палы, Зарс. Наши дома в опасности. Гад такой, а. Только не бейте. Потеряно. Разве нельзя жить в мире? Я есть хочу. Если это то, что ты хочешь. Скорпион. Посмотрим, что они задумали. Не там бьешь. Вы тоже не туда бьете. Жесть. Уходим. Окей. Здесь смогу там рынок построить. Блин, ну у нас Зарс вовсю. Так, я просто эту взять хочу. Наша воля сильна. Я так и сделаю. Или был... Ай, ладно, не пульнул я ничего. Я есть хочу. Кажется, надо сюда уже идти. Отбивать свой суплай. Наша воля сильна. Каким-то макаром. Работа готова. Там добыва. А хотя, стой. Только не бейте. Стой. Давай-ка так сделаем. Я просто крестьянин. Танк Скорпион. Я чувствую близкую опасность. Быстрее, готов есть. Настоящий танк Чилей. Делаю как быстро, как могу. Они должны умереть. Блин, Роб, что ты сделал? Делаю как смогу.
Ай-яй-яй. Охраняем подземку. Я буду работать. Слушайте, фиг с вами, а. Я просто туда пойду. Только не бейте. Лучше инструментов нет. Я подчиняюсь. Тяжелая работа. Чё, он уже тут Васю засел же. И там Зарс. Ну да. Это вообще. Каким-то чудом там. Ой, окей, 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 окей. Сюда можешь построить? Замечательно. Там где-то в центре перестрелка и игроков идет. Не будем в этого ввязываться пока. Или это я атаковал? Даже не знаю, что происходит. Что делать? Тоннели нас защитят. Здесь мы будем в безопасности. Наша земля должна устоять. Фига себе. Жесть, как он тут проскочил-то? Да пофиг мне на того рабика. Нет, так нет. Вообще не проблема. Где тут ра? А где там рабик был? Капец, а у меня вообще нечего. Я буду работать. Я есть хочу. Подразделение потеряно. Какие нафиг, да? Норки здесь. Вообще не до норок. Ну хоть вынес. Главное, что вынес с этих вражин. Джармана может. Да, Джарман может. Это хорошо. Иди-ка сюда. Хотя он уже сам уходит. Ладно, пусть уходит. Надо же, а, сюда подобрался. Какой, а? Танк Скорпион. Наша воля сильна. Так, у меня уже раза 3, 4, 5 рынок. Отлично. 5 рынков. Второй суплай строим. Вновь второй суплай. Жалко, что я и тот, и другой потерял в начале игры. Смотрите-ка, опять здесь кто-то. Где ты, Джарман? Да, баран же тут. Действительно, действительно он тут. Ну, ну. Слышу. Ай, пух. Я закончил. Да, никто не уйдет. Еще что-нибудь? В самом деле было много места. Вроде все хорошо. Слышу. Вот, наверху кто-то там есть. Я буду работать. Наша земля должна устоять. Готовлю инструменты. Мне плевать, у кого воровать. Действительно. Вообще все. Я так, там бьют одного. Слишком близко подходишь, ты куда так? В самом деле, ну. В самом деле, куда ты так близко подходишь? Раб, ты что-то сделаешь? Слушайте, опасно в одном месте рынка столько, блин. Норку построй. Где еще раб? Ага, тут еще есть. Я думаю, бас надо сделать, да? Кто как думает? Я просто крестьянин. На токсины, наверное, пора улучшение делать. А что еще есть? Удары. Не, на токсины улучшение сначала сделаем. Как эта волна пошла. Мочкануть надо, я думаю. О, нифига там. Наша воля сильна. Куда ты? Джангл заметил противника. Но. А, черт, да, надо было уйти, это, действительно.
делаю, как смогу. Ограбление потеряно. Наша земля должна устоять. Теперь они у нас по плану. Есть. Остановить их на месте. Да, или даст мне. У него, блин, баги есть. Ай, ладно, надо ладно. Было баги строить, наверное. Буду работать на всех на себя. Сделаю, как так, ладно, валим отсюда. Здесь уже суплак, кстати, забран. Прожора какие. Ай, ладно, ладно. Я буду работать. Ладно, ладно, работай. Ну-ка еще здесь норочку. Здесь еще рынок. Если это то, что ты хочешь. А? Блин, они сейчас дерутся, наверное, там вовсю и... Чувак, брысь отсюда. Внимание, скат-шторм обнаружен. Вот этого я боялся. Наша воля. Пошли скат-штормы. Скорпион, только не бейте. Не, пусть да. Эта штука будет. Все еще. Но! А куда сунуть-то? Наверное, сюда и сюда. Голая работа. Было много. Разве нельзя жить в мире? Делаю, что сказали. Что вы хотите от меня? Строительство здания завершено. Вау. А мы такие выходим, да? Такие, о, здрасте. Да, и все ракеты прям. Надо этих баги уже делать. Что-то много-много всего противников. Ух ты, что нам дали. Ну, мы пока... А хотя надо. Надо уже строить. Командный центр. О, вот сюда построен, кстати. Довольно безопасно, я думаю. Те, кто кого. Где денежка принеси? О, где меня атакуют? А я тут командный центр хотел собраться. Собирался построить. Ну так и сделаю, наверное. Думаю, все-таки довольно безопасное место. Там минку можно сунуть. Смотрите, что делают, да? Эй, что за наглость? Блин, меня так и убьют. Что там? Вот это надо сделать и для баги. Что вы хотите от меня? Делаю, что сказано. Давайте это не будем делать все-таки. Действительно, нафиг надо. Ай, ладно. Я буду работать. Еще одну норочку. Наша земля должна устоять. Чудом выжил ракетчик. Чудо-жилец. Ну не знаю, какой еще рынок. Что у нас тут есть? Думаю, квад нужен от ребелей. Еще один рынок. Ну давай сюда, ладно. Черт с ним. Рискнем. Главное, чтоб роб сюда или... Зарс. А у Зарса нету еще. Это облегчает, конечно, жизнь. Немножко. Наша воля сильна. Так, у нас есть чудо ребель. Амбуш. Это здорово. Давайте здесь норочку воткнем. Ай, ладно. Я буду работать. Надо, делаю, наверное, здесь норочку воткнуть и что-нибудь. Капец, ну рынки-то нужны. Давай сюда рынок. Буду работать. Сделаем. Ладно. Я буду работать. Что вы хотите? Надо территорию отбивать, короче. Я просто крестьянин. Все, пошли. Не все пошли. Бесполезно, наверное, это делать. А, нет. Смотрите-ка. Здесь собираю деньги. Цыкаем. Чё, кого? Ракетный заряд готов.
А у меня мало еще всего этого. Окей, 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 окей. Сейчас шарахнем. А, хорошо. Да, добили. Минки вроде нету никакой. Нафиг надо минки нам? Нам не надо минки. Блин, ну вот так давай. Скотшторм готов, у Роба. Лишь бы не на... Чуваки все в норке. Уже на ногах. Все в домике. Хитрить, смотрите, у меня тут армия неплохая есть. О, вроде нет, не на меня. Наша воля сильна. Работа готова. Я чувствую близкую опасность. Настоящий танк Силей. Земля должна устоять. Делаю, как смогу. Так, надо то место взять, пока Роб нападает. Да, мы так сделаем. А то чего он нападает? О, сдается. Отлично. Наша воля сильна. Танк Скорпион. Я вау, 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 вау. Оля? Куда пошел? Наша воля сильна. Подразделение потеряно. Черт. Делаю, что сказали. Тоннели надо. Черт. Смотри, куда идешь. Не, вы бейте этого. Уходи, танчик. Ты у меня единственный. Нет. Упс. А я ничего не смогу сделать. Генерал, наша земля атакована. Наша земля атакована. Хотя. Идрить, Мадрид, меня атакуют. По полной. Так, стопэ. Нет, не уходим. Мы можем использовать наш. Что у нас? Это жесть. Ну сюда давай стрельм. На шторм скат запущен. Надеюсь, попаду. По большому количеству окладов. А здесь вот так сделаю. Да, ща попадет. Ой, красавец. Всех разобрал. Почти. Нормально. А, вот эти улучшения надо было делать, действительно. Блин, у него... Ну все есть. У меня нифига нету. Буду работать, ладно. Я буду работать. Надо танк Скорпиона же, елки-палки. А, поздно я это вспомнил. Про этот трюк. Ух ты, куда мне рабики побежали собирать ресурсы, но... Не соберу. Увы, не соберу. Буду работать изо всех сил. Ой, готов, да. Подразделение потеряно. Да. Храбрый.
Мне не нравится, что он здесь прорвал спокойно. Там вроде как никого. Назад! Назад! Капец. Назад. Че есть? У меня вообще нифига нет. С улучшением никаким. Ну, по вот это. А, давай, бей. Как не добили? Черт. Круто. Это хорошо, конечно же. Скат-шторм. О, черт. О, черт. Неудачно подсветка. А, хоть в норку успел залезть. Окей, нам барак нужно построить. Там вообще все нужно строить. У меня рабов нет. О, у меня рабов нет. Он тут еще нападал, насколько я вижу. Ракетный заряд готов. Я буду работать. Капец, ну давай этих делать. Как? Наши дома в опасности. Что тут у меня теряется? Работа готова. Ура, спасибо. Давай, дворец здесь. Это жестко, что я там этим занимаюсь. Готов, жаль. Быстрее, готовьтесь. Разделение потеряно. Так, вот он где. Ну, я смогу кое-что сделать, кстати, да? Вот так вот, опля. Ой-ой-ой. Нет, не буду я так делать. С этой норочки я так сделаю. По вот этому баклажану. Главное его уничтожить. Ну! Есть. Наша воля сильна. Черт, ну я понял, к чему это ведет все. Да, убивает моего. Че пролетел? Я что-то не понял, что здесь было. Понял. Это ерунда. Да ладно, тут нас убили. А, ГГ, ладно, сдаюсь. У стелса дофига всего было. Что ж, у нас Роб побеждает. Я на втором месте и Зарс на третьем. Такой вот у нас расклад.
Так, всем привет, давайте подключаться. Сейчас хотел бы проанализировать свою игру. Что, да как оно было со стороны. Очень обидно, что Зарс взял и просто подрывником мне многое дело обломал. Был у нас, кстати, гламерор, кто еще не знает, все глашники были. Мы с Зарзом играли за токсов, а Роб играл за стелса. Так, кто еще не знаком все-таки с результатами, они у нас вот такие вот. Роб у нас победил, переходит в полуфинал, насколько мы видим. Зарс у нас третье место на самом деле занят, вот оранжевая стрелка, он переходит наверх. И я, наверное, надо было всех расфигачить по местам. Надо будет подумать, как тут насчет мест. Расцветки что ли сделать от зеленого до красного. Так, и я второе место занял, перехожу вот сюда вот. Что, возможно, у нас еще вот сегодня будет игра SPL Криси Дастероудс и Арис. Пока только Криси не появился, Арис чуть позже, как и Дастероудс могут. Ну, я думаю, сегодня мы увидим эту игру. Спец предупредил, что сегодня сыграть он по-любому не сможет, разве что поздней-поздней темной ночью. Так, ну то есть завтра, скорее всего, мы увидим игру первой группы. Сегодня еще ждем SPL, Криси, Дастероудс и Ариса. Насчет Степасика я здесь вот не знаю, единственное, антикиллер вроде как готов, то и у нас очень часто появляется в скайпе, вечно какую-нибудь фигню напишет. Что ж, такие пока результаты после первой игры. Было это, стало вот так вот. Что ж, я давайте вам включу музычку. Чтобы буквально через сколько там, через минут 10 взять и начать разбирать, что вообще происходило на карте, почему мы слили все-таки. Вроде бы по экономике прекрасно шли, но нет, умудрились слить. Такие вот дела. Так, вот и музычка уже трахтит вовсю. We'll be right back.
Так, а мы гуляли всего 20 минут-то, оказывается. Во, как быстро. Или нет, или я что-то вру.